27.07.5.09. Дави Мокров, в селе Попасное. Село? Нет, город Первомайск. А, Первомайск. Первомайск. А, рядом. Окружность промзоны со стороны блокпоста Попасное. Прекрасно. Забыл заметить БТР в не особо исправном состоянии. Легковая машина, да. Грузовая, а также пехота противника. До этого уничтожен танк. Подбит. Вот, в принципе, сначала нас практически выдавили из города. Дальше мы начали давить. Прорвали по одному флангу и пошли уже на окраину. Были жесткие бои в районе военкомата. Сейчас укрыли, я так понял, убивают. Тихо, тихим сабом хотят свою технику вывести. Сейчас будем их. Чтобы было понятно, куда стреляет доблестная украинская армия. Вот место разрыва. А вот куда они целились. Девятиэтажный жилой дом. Только жилые квартала. Здесь нет боевой техники. Бойцы вооружены только стрелковым оружием. Да и одеты во что гораст. А где? Вот. А вон 8-9 этаж. Потому что я, блядь, помню, пылюга с этой стороны была, не хуёво. Ну да. 9-этаж, блядь? Вон, 9-8, блядь. Видишь, окон нету, блядь. А? Куда? Перегородка закладывает. Все, много не снимаешь, перестал. Давай, третий пошел. Давай, четвертый пошел. Что там, все? Нет, я. Давай. Квартиры. Сразу. Мой опустился пока на шестом. Потому что 9-й этаж. В принципе, нас отстреляли на 9-м этаже. А ну да, что там взял? Тут уж люди хай просят, там и дверь сломали. Вот примерно вот такую вот. В доме был ремонт, делали. А вот это вот попадание. Два попадания. Вчера оно горело, выгорело. Это промзона. Это было предприятие. Люди занимались резиной для машин. Вот. И еще одно попадание к ним же. Вот прям. Горят поля. Повторяю. У бойцов Новороссии нет. Девятину. Я сниму хорошо, лянь, что вы догорающий бетер. Сука. Он стоит.
стоит подвышка прямо под лед. Шел. Его нужно отработать. Не надо, надо пока. Пока не надо. Сейчас парус поднимется. Они пенятся, что ли? Да, да, да. Они, походу, заглохли, они не могут что-то сделать. Там руками водят. Там еще помимо него стоит еще какая-то хуйня. И рядом стоит типа легковухи или буса нахуй. И к ним пошел местный, только шел туда. Они шоколадятся. Вот, пошли. Они пошли. Я могу по легковухе отработать раз. Не надо. Там пехота пошла. Куда? Садиться. В него? Да. Блядь, надо что-то делать, пацаны. Но. Да вон, блин, свободным шагом. С двумя стрелами на горбу. Угу. Снимай! Там наши могут быть, ты шо? Короче, пацаны. Электричка пошла нахуй. Да, копилка. Вот я шкупа идет в армию.